Так, третий ход. Первый игрок у нас Агнес. В фазе передышки мы ничего менять не будем. Агнес у нас перейдется во вторую половину, а Роланд. Улик у нас нету. А, Роланд в фазе передышки получает $1. Так. Где мы можем получить улики? Можем получить улики как на неизведанном острове, так и называемом. Давайте-ка пойдем в лечебницу. Здесь мы тоже можем получить улики. Так, пойдем в лечебницу. И у нас есть выбор. Либо контакт, либо бесплатно восстановить 1 единицу рассудка. Я выбираю контакт. Так, лечебница. Сестра Хидер приближается. Пройдите проверку скорости. Ну или Хизер, или Хидер, как хотите, так и читайте. Пройдите проверку скорости с модификатором -1, чтобы спрятаться вовремя. Если вы проходите, вы замечаете, что она что-то выронила. Вытяните 1 уникальную вещь. Если вы не проходите проверку, она вышвыривает вас вон. Выйдите на улицу. Ничего себе. Это не сестра, это санитар какой-то. Да. Мадамы в роли санитаров. Хорошая идея. Так. Скорость -1. Скорость у нас 4. -1 это 5. Ой, мы прошли. Молодец, федерал. Настоящий искатель приключений. Уникальная вещь. О, короб-врат. Вот зачем он мне нужен, а? Ну да ладно. Так, и теперь контакт для Агнес. Агнес. Бездна или другое? Ну, у нас другое. Далее. Плато Лен. Голубое вообще. Зеленая тоже не подходит. Зеленая. Голубое. Желтое. Иное. Пройдите проверку знаний -1 или потеряйте 1 заклинание, так как его выжигает из вашего. Так, стойте. А чем мы не воспользуемся нахождением врат? Ну, не воспользовались, не воспользовались. Так, знание -1. В следующий раз надо будет это не забывать. Знание -1. Это у нас 6-1, 5. Фу. О, мы прошли. Заклинание не теряем. Так, ну и далее фаза мифа, наша любимая. Да ладно. В дополнении 2. В дополнении 2 таких карты, причем вторая еще лучше. Пока эта карта в игре. Пока эта карта в игре, улики не появляются во время чтения карт мифа. Ну, вообще шикарно. Ну, хотя бы и монстры не появляются. Так, и на этом третий ход заканчивается.